Но если говорить об образовании 2.0, то лично я считаю, что его нет. 2.0, сама версия 2.0, она подразумевает, что существует версия 1.0 или там что-то более, какие-то ранние этапы. На мой взгляд, нынешняя ситуация с образованием у нас в России, по крайней мере, говорит о том, что у нас наше образование находится на стадии 0.1 или какие-то очень маленькие цифры, да, после точки, сотые там и тысячные доли. Вот. Соответственно, образование 2.0 – это некий, даже не знаю, может, кто-то бы сказал, что это идеал, но я не думаю, что вообще нам стоит это достигать. Вот. Гораздо важнее уделить просто внимание образованию, отвлечься от гонки за прогрессом, наверное, которая сейчас происходит в медиа, и спокойненько пользоваться плодами этого самого прогресса в классическом образовании, да, уделяя внимание развитию мировоззрения у детей, например, если мы говорим о детях, и прививать им какие-то навыки и практические, так сказать, компетенции, которые могли бы им использоваться в жизни. Летом, буквально в июле этого года, группа энтузиастов, один из которых я, буду проводить мероприятие, которое называется iCamp 2008 Russia, и которое будет иметь секцию образования 2.0, аналогичное, или EduCamp, где соберутся различные энтузиасты от образования и будут обсуждать свои успехи в обучении, так сказать, детей или взрослых, свои мысли, делиться своими мыслями на этот счет и как-то формировать свое видение, вот, о том, так что же такое образование 2.0 и нужно ли оно вообще. Василий.